Добрый день. Всем привет снова. Вчера делал обзор на USB гарнитуру Zealot E5 Business Bluetooth версии V4.1 наушники черные по цене 592 рубля 64 копейки. Насколько я понимаю, она стоит еще дешевле по мобильной версии. Значит, из магазина Gearbest. В комплекте шла вот такая маленькая резиночка. Сейчас перепроверю, видно ли меня нормально. Вот здесь буду говорить, да. Одна маленькая такая резиночка силиконовая. Значит, вторая силиконовая уже шла вместе с этой штуковиной. Но, правда, надета была вот эта. Вот такая база с магнитным притяжением, или как она там называется, магнитная вставка. То есть принцип у нее такой вот, очень, в принципе, такой, ну, приятный. Идея хорошая, но все портит. Ну, в общем, пока рано еще говорить. Ну и такая USB-шечка плоская. Обычная USB. USB сразу отложим. В принципе, все как бы нормально. Эту штучку я пробовал, она мне не подходит. Вообще не знаю, что это за штучка. Возможно, не родная. Ну и, соответственно, база. База, которую можно вешать на машину и. Значит, сама гарнитура, которая, в принципе, вот с такой силиконовой вставочкой, силиконовым таким вот, как он называется, в общем, наушник такой, да, силиконовый, который именно в раковину ушную вставляется, вот, с ним сидит, в принципе, хорошо, сидит красиво, сидит так замечательно, мне, в принципе, вполне нравится. Что хочу сказать. Изначально мне еще вчера я говорил, я, в принципе, вот эту штуку, базу, не рассматривал, поэтому я ее и уберу. Она вообще, в принципе, как бы к теме не сильно относится. Относится вот эта сама Bluetooth гарнитура. Маленькая, удобная, весит всего лишь, насколько я помню, 17 грамм. Значит, дальность передачи заявленной 10 метров. Если реально, ребята, если реально на 2 метра работает, то это хорошо. Ни о каких 10 метрах дальности передачи не может быть и речи. Не может быть. Частота диапазона, ну, я не знаю, такие рабочие моменты, которые там, я в которых не очень силен, как бы. Я могу сказать, работает или не работает. Вот. Как работает, тоже могу рассказать. Могу рассказать про шумы, могу рассказать про время зарядки, а также время разговора, ну и время ожидания. В итоге, вчера я ее зарядил полностью. Как только я ее зарядил, USB отказался у меня дальше заряжать. Соответственно, лампочка перестала гореть красненькая. Вот в этом месте, где сейчас мигает непосредственно синяя лампочка. Там мигала красная лампочка во время зарядки идет. Соответственно, когда зарядка закончилась и гарнитура зарядилась полностью, значит, что у нас получилось? Получилось... Следующая всю лампочка прекратила и все отказалось как бы работать. Я уже подумал, что он неисправен. Сразу давай менжеваться, начал писать службу поддержки. Они мне толком ничего не говорят. Говорят, попробуйте поменять USB. Ну, смысл не в том. Я, значит, дошел как бы... Ну, это просто первая у меня гарнитура, поэтому я не очень разбираюсь, в чем там дело. Вот. В принципе, после того, как я зарядил, ну, догадался, что, наверное, она просто зарядилась, поэтому она перестала как бы светиться красным светом. Ну, хорошо. Я ее вставил в ухо, сначала мучился долго вот с этой штукой. Ну, как-то, вы знаете, она, ну, непонятно, может, у кого уши как у зайца, тому, может, и подойдут. Мне, короче, подошла вот такая. В принципе, сидела она уверенно. Сколько я головой не вертел, не крутил, не дергался, не прыгал на месте, не стоял на одной ноге, не падала. Попытался даже стоять на руках и тоже не упала. Тоже не упала. Не выпала из уха из моего. Наверное, у меня просто ухо хорошее такое. Держало там очень сильно. Ну, смысл разговора, конечно, не мое мухи, а вот этой вот хренотени. В принципе, функционал очень у нее такой интересный. А именно, можно слушать непосредственно радио, можно слушать музыку из любого вашего там приложения. То ли это ВКонтакте, то ли это просто какой-то мобильный непосредственно, я не знаю, какая-то база музыки у вас там, либо аудиокниги. Все, пожалуйста, можно слушать.
Но засирает именно проблема та, что если вы кладете сам телефон не в нагрудный карман, а куда-то в сумку, которая находится у вас, ну, по диагонали вы носите эту сумку, да, и она где-то там на полужопе на левом находится, а непосредственно сама гарнитура в правом ухе, то почему-то сама гарнитура начинает, ну, перестает работать, или работает она с какими-то перебоями. Такое ощущение, что организм просто он не дает сигналу пройти. Либо мощность этого сигнала настолько мелкая, маленькая и дешевая, что просто не может она как бы работать в этой ситуации. Даже когда, даже, ну, грубо говоря, я еду в машине, телефон лежит там сколько, ну, 20-30 сантиметров от моего уха, по большому счету, да, я и так могу слушать, но всунул гарнитуру для того, чтобы как бы получать удовольствие, нажал на кнопочку, и что вы думаете, разговаривая с человеком, человек меня почти не слышит, или слышит тихо, в зависимости, наверное, от модификации самого телефона того человека. Вот, а также, значит, качество, конечно, с треском идет, трещит, шумит, вот, и, конечно же, плохо слышно, нежели мы просто разговариваем по обычному телефону. Я считаю, что это проблема непосредственно вот этой гарнитуры, просто она некачественная, просто она со слабыми динамиками, слабыми наушниками, слабыми микрофонами, вот, хотя цена у нее, в принципе, ну, довольно такая солидная для этих гарнитур, в принципе, если взять в совокупности несколько штук, то цена, ну, довольно средняя, а значит, должна работать хорошо, но она работает плохо, можно сказать, что она не работает. Мое резюме, ребята, вот эта гарнитура, она мне постоянно говоря, как оно по-английски, короче, не коннектится вот эта вот хренотень, да, и я вот отвернул голову, он говорит, connect, куда-то там в другую сторону повернул, он говорит, disconnect, или как, ну, как, короче, по-английски там это хренотень. В общем, ничего я не могу с этой штукой сделать. Сейчас мне только что звонили, я вышел на улицу, звонили, телефон был у меня в руках, то есть в прямой видимости вот этого Bluetooth. Перед этим я его еще зарядил, сегодня уже, опять до полного. И что вы думаете? Он просто отключился и не захотел работать с моим телефоном. Хотя он видит нормально. И в общем, проблема еще какая. Я телефон, вернее, не телефон, а саму гарнитуру выключил, включил, попробовал подключиться к телефону, подключается, через буквально 5 минут снова отключается. То есть я не знаю, что это за проблема. В итоге, ребята, вот эту штуку, она красивая, симпатичная, в ухе сидит замечательно. Но для красоты я могу там розочку повесить там или шляпу какую-нибудь или очки там. Но вот эта бесполезная хренотень, она, ну, на самом деле не нужна. Поэтому сегодня я буду разговаривать с операторами магазина Gearbest для того, чтобы сделать возврат, ну или какую-то компенсацию получить за непосредственно вот этот некачественный товар, потому что я его использовать не могу, я его никуда не смогу как бы реализовать, даже в машине он у меня, ну, грубо говоря, ну, мне, наверное, не понадобится, хоть у меня машина и тихая, мягкая, приятная, но все равно в ней очень сложно говорить вот по этой гарнитуре, даже в том случае, если... Ну, вы понимаете, что сейчас лето, жара уже начинается, соответственно, окна постоянно открыты, и что мне делать? Я не знаю. В общем, вот такая вот хренотень. Даже, ну, вот эта штука самая приятная, вот ее магнитное, вот это магнитное свойство, оно приятное. Но это максимум, что может предложить компания, вернее, не компания, а это фирма Zilot E5 Business Bluetooth версии 4.1. Вот. Ребята, я не знаю, наверное, я, может быть, напишу потом под непосредственно под этим видео, напишу результаты моих разговоров с операторами Gearbest. Но по отзывам, как бы я слышал, знаю, что они, в принципе, такие моменты, нюансы решают, потому что они все-таки сейчас магазин молодой, и они борются как бы за свое имя, за свой имидж. И, в общем, я думаю, что с этим можно будет что-то сделать, побороться. И как бы
какую-то, не то что выгоду, а какую-то, может, компенсацию, а то и полный возврат получить. В общем, друзья мои, все, что купил, все рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте по поводу, может быть, других каких-то непосредственно гарнитур, задавайте вопросы. Расскажу, объясню, закажу, покажу. В общем, друзья, всем всего доброго, всего хорошего, удачки, ставим лайки, не забываем подписываться на канал, потому что дальше, надеюсь, будет все еще лучше. Ну и всем пока, получается. Давайте, друзья, пока!